Друзья, уже завтра здесь, на Ярославской стрелке, пройдет самое большое гастрономическое событие – пир на Волге. То, чего мы так ждали, и ровно за сутки до пира мы можем поговорить с главным организатором этого действия Юлией Скороходовой. Добрый день! Добрый день! Юль, ну что? Что происходит? Как идет застройка? Застройка идет полным ходом. Мы уже трое суток не спим, не едим и делаем все, чтобы завтра Ярославль просто упал от восторга, чтобы все наелись на год вперед до следующего пира. А звездные гости уже собирают чемоданы вовсю, пакуют, готовятся. И завтра в 11 часов мы ждем Ярославль здесь в полном составе. Немножко про активности. Расскажи, пожалуйста. Здесь на стрелке располагается множество шатров, тематических площадок, две сцены. На музыкальной сцене у нас будут царить весь день нон-стопом ярославские группы. И музыкальная, то, что здесь поближе. Да, музыкальная сцена, то, что здесь поближе. Она большая, и здесь не только ярославцы будут выступать. Приезжают нам московские гости, приезжает Анна Семенович. Приезжает Софа, участница проекта «Танцы на ТНТ». Она будет давать мастер-класс. И вечером завершает наш пир специальный концерт нашей группы «Ярославский лишний повод», посвященный памяти Виктора Цоя. Огромная концертная программа памяти легендарной группы. А на кулинарной сцене будут различные кулинарные звезды и будут медийные звезды, потому что медийные наши гости, наши уважаемые жители города, мы попросили поделиться секретами всяких своих кулинарных изысков. И у нас будут готовить и Валерий Кириллов, и у нас будет готовить Дед Мороз, у нас будут готовить Антон Привольнов и Наталья Семенихина, у нас будут готовить ребята-диетологи, известные авторы бестселлера про то, как похудеть. А плюсом будут готовить повара со всего Золотого кольца, и это будет на кулинарной сцене, можно будет узнать потрясающие всякие хитрые рецепты. И стрелка в этом году – это не все. В этом году мы задействовали акваторию Волги, пир же на Волге, поэтому каждый час, начиная с 12 часов от речного вокзала, будут отходить кулинарно-сказочные круизы. Мы всех приглашаем в них поучаствовать, потому что там вас будут ждать и угощения, и мастер-классы, и детские развлечения. И на каждом круизе будет плавать сказочный герой, который приезжает к нам специально на пир, и каждый круиз будет посвящен отдельной своей тематике, поэтому обязательно поплавайте и посмотрите на пир с Волги. Ну, в общем, друзья, если захотите какие-то для себя новинки, самые с пылу с жару кулинарной кухни со всего Золотого кольца, приходите, записывайте, все будет выводиться на большой экран, насколько я знаю, так что рецепты можно будет просто сфотографировать, послушать музыку, можно будет отдохнуть, ну и уж наесться от пуза, это точно. Это точно.